Сертификат о вакцинации. Теперь его можно скачать в электронном виде. Заработал специальный сайт. Итак, как это работает? Адрес на ваших экранах. Ну а дальше все просто. Заходите на сайт и выбираете первую ссылку. Затем вводите идентификационный номер, его вам дают в поликлинике, и дату своего рождения, причем год нужно вводить полностью. Стандартная проверка на робота. Мы видим всю информацию. Вот дата вашей первой вакцинации и второй, и проходим еще одну проверку. И вот он. Сертификат на трех языках – русском, молдавском и английском, с QR-кодом вместо подписи. Ну а дальше можно распечатывать и путешествовать, либо сохранить в телефоне. Главное – QR-код. При его сканировании высвечивается вот такая надпись – valid или действительный. Кстати, о наших сертификатах. Это улица Истикляль в Стамбуле, и здесь за день примерно проходит около миллиона человек, и среди этого миллиона есть и два приднестровца, а все потому, что мы вакцинировались. Наши в Турции. Корреспонденты первого опробовали приднестровские сертификаты в деле. Да, их признают, и да, они дают зеленый свет для путешествий. Да, и с сертификатом приднестровским не было никаких проблем ни на границе с Украиной, а мы вылетали из Одессы, ни уже в самом аэропорту Стамбула. Просто посмотрели документы, пожелали хорошего отдыха, ну и все. Мир учится жить с коронавирусом. Теперь вакцинация – одно из главных условий для путешествия, а сертификат как паспорт – пропуск через границы.